Всем доброго времени суток, с вами канал Артмани. Сегодня у нас видеообзор на вот такую вот шоколадку Альпенгольд, какао, бобы и карамель. Молочный шоколад. Особая серия, очень красивая. Какие-то здесь разные цветочки, она привлекает внимание. Стоила она в районе 50 рублей по акции. Вот здесь находится 85 грамм, то есть не 100 и не 90 даже. Вот, и также в конце ролика будет фотография состава. То есть все, что тут в буковке написано, все это будет у нас в конце ролика. И давайте ее посмотрим. Так, так она у нас выглядит. Какие-то маленькие точечки здесь. Переворачиваем. Здесь у нас улыбка, солнышко, улыбнись. Посерединке написано, довольно красивенькая такая. Тут прилипло немножко. Так, ну, наверное, вот желтенькая это карамель, скорее всего. Ну да, наверное, вот она, карамель. Тут тоже. И давайте ее попробуем. Так, давайте попробуем, где вот тут у нас карамель видна. Здесь даже вот две их. Довольно вкусно. Шоколад с карамелью. Карамель как будто какая-то то ли лимонная, то ли вот что-то вот типа такой, какой-то там вкус. Но неприятно, когда жуешь, прожевываешь эти мелкие кусочки карамели, они застревают в зубах, между зубами. И когда она попадает на зуб, то есть другим зубом, начинает жевать, ощущение, как будто ты прожевываешь свой зуб. Когда, наверное, кто-то знает, там крошатся зубы, их начинаешь прожевывать. Или что-то вот попало туда жесткое, такое вот. Как-то не очень приятно. Сразу становится страшно, что-то я там жесткое такое жую, оно что-то крошится там. Что-то не очень приятно. Чисто взять, наверное, ее пососать. Да, наверное, будет самый такой нормальный вариант. А вот пожевать, есть прожевать, мне не понравилось. Может быть, кому-то понравится, когда хрустит под зубами. Вроде понимаешь, что это шоколад, он мягкий должен быть. Но при этом у вас хрустит там непонятно что. Вот. Ну, хотя они, конечно, там довольно мелкие. Где здесь вот нету? А, ну вот. Прям он совсем там малюсенький. Наверное, чуть больше мака. Ну, не знаю, мне не понравилось, неприятно. Сама шоколадка мне понравилась, она вкусная, но жевать нет. Я думаю, она не каждому в подарок подойдет. Напишите свой комментарий под роликом. Как вы считаете? Еще, слава богу, их не так много. Немножечко вот их есть. Вот здесь немножко вот побольше. Прям крупняшка. Крупная довольно. Вот, всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Смотрите также другие мои ролики. Кулинарные ролики, видеообзоры. Влоги, как мы с сынком гуляем, отдыхаем. И всем пока-пока.